Не, не плановая, что-то ОБС-ка крашнулась. Что-то ОБС-ка крашнулась. Сейчас перезапущу везде. Бестоёбимся, не надо, не надо. Я на месте, я тут, слежу за вами. А чё, амбиенс-то как посмотреть? Может скинуться? 8 баксов на таймыре за литр. На 1300 предлагаю заправиться. Пожалуй, я пас. Пожалуй, я пас.
Не понял. А, мне по этому говну сейчас ехать. Угу. Так, а чё я не понял? А чё я тогда не понял? Ехать так ехать, да? Сказали ехать, значит едем. Я здесь, кстати, на скауте уже ездил, когда к выходу ехал, а он закрыт оказался. Вот это место, такая деревня радиоактивная, блядь, склад. И квешные, блядь. Радиоактивный бункер, блин. Охуенная локация вообще. Да, мне очень нравится, прикольная. Прям разрабы молодцы. Уже забора как я проеду. Что не проеду? Там есть проезд. А вот дырка в заборе есть, да? А, ну вот. Речь. Да я тут хуй проеду. По деревьям. Так же красиво, как в Atomic Hearts. Нет. Я по левому краю, наверное, поеду. Ты пойдешь на Open Beta D4? Нет. Не пойду. Игру не продают в России, близы нас посылают нахуй. Нахуй мне идти в эту парашу. Я уверен, что это очередной обсер будет, блять, их. Я вообще в нее, может, не пойду играть, скорее всего. Может быть, в какую-то... У друга Steam возьму поиграть, в такую версию, может, поиграю. А так нахуй надо, блять. Вам суд в руки, блять, близы, а вы все ищете, блять. Я орну, блядь, если в натуре, если вот тем, кто купит аккаунты, блядь, ну, кто
меняет страну, типа в Стиме, да, или где там они там, в Близзарде. В Батлнете, блядь. Меняют страну, а им побанят аккаунты. Ебать, я реветь буду просто от смеха. Пусть сами играют. Я уже давно не ведусь ни на какие хайповые рекламы или там, блядь, ожидания каких-то игр. Мне как бы похую вообще. Если игра будет нормально, может поиграю. Если нет, то скорее всего нет. Ну вот ждали этот Atomic Hearts. Чё, бля, охуенная игра, что ли? Э? Да что ж ты не едешь-то, зараза? Пытаюсь по берегу ехать, пытаюсь. Вот ты имеешь в виду вон там? Я вообще не могу никуда выехать. Вообще не могу никуда выехать. Какой-то камень. Томик, норм игра, да ради бога. Норм игра на 2 дня, да? А чё в ней хорошего, скажи, Хит? Не, ну если тебе понравилось, ради бога, я же не против. Если вам вдруг понравилось, ради бога, а чё в ней хорошего? Я не могу проехать никуда, я тут сел, блин. Я и подняться не могу. Нравится сюжетка, дизайн босса. Ну просто они своеобразны. Ладно, нравится и ради бога. Я поржал, честно говоря. Столько хайпа было вокруг игры. А я говорю, а мне даже если бесплатно дадут поиграть, я не пойду. Ладно, хозяин барин, с каждому свое. Бля, я тут не утонул. Да я тоже как бы, ну, нравится и хорошо. Я наоборот рад, что людям там нравится игра, да, там удовольствие они получают. Я ж тоже. Нравится и хорошо. Я посмотрел, поржал. Я много смотрел. Есть 10 тысяч. Так, теперь у нас стал 45 литров, и из этой жопы нам никак не выбраться, да? Мы останемся здесь без бензина. Интересно, интересно.
за горизонт, доставить к радиовышке. Куча всяких, да? Боеприпасов. А, и нам дадут доступ. Вот, короче, переход на следующую локу будет, когда мы вот привезем металлбалки, запчасти и грузовой контейнер к радиовышке. Нам дадут переходы в карьер откроют. Три перехода в карьер откроют. А что нам с тайгой-то теперь делать? Кому-то и Dota нравится. Dota охуенная игра. Здорово, Рустам. Dota заебатая игра. О, а вот видите, зачем я разведку сделал? Мы сейчас довезем сюда на завод вот этот вот наше топливо. И сразу еще загрузимся здесь запасными частями. А здесь что, контейнер, что ли? Или что мы здесь грузим? А здесь грузовой контейнер надо взять с собой. Как мы его поведем? Бочки с топливом. А здесь металлбалку надо будет взять, да? А. Понял. Придется брать контейнер, ребят, и на себе его тащить до сюда. На Азове. На горбу. Как вам такая перспективка? Прикольно. Так, надо сначала подумать, что мы с тайгой будем делать. У него бенза нет, нихера. У нас есть тузик здесь, который может ему немного бензола подбросить. Вопрос, куда нам выехать. Если я здесь обратно буду выезжать по этому говну, я охуею. Но похоже, что другого варианта у меня нету. Через лес напрямки херануть. До сюда? А я проеду. Бля, я чувствую, я там застряну, еще хуже будет. Но если до сюда херануть, уже легче. Можно будет тузиком бенз сюда подвести. Чуть-чуть. Отсюда уже до заправочки какой-нибудь доедем. Или сюда до перекрестка доедем. Здесь уже нам подвезет что-нибудь кто-нибудь, да? Думай, башка, думай. Заброшенный склад. Я, мне кажется, на бремки здесь не заебашу, если честно. Ну, бля, ну, как по мне, это лучший вариант. Херануть вверх. Через деревья имеешь в виду? Или вверх сюда? По говну? Сюда? Да не, тут охуею. Аккуратно проехать вверх и вправо. Ну вот я сейчас и херанул через лес, правильно накидал, но вот вроде да. Сейчас попробуем выползти там хотя бы до дороги доползти, а там уже пусть пока он стоит у нас до лучших времен, а там разберемся, потому что сейчас будем перевозки делать уже такая. Будем перевозки делать это. О, а тут, кстати, неплохой лесоповальчик такой, да? Поляна такая неплохая. Тут не легко нам проехать будет. Или нет? Или это говнина? Нет, это не говнина, это нормально. Главное, между деревьев сейчас змейку ебануть. Тут проедем? Бля, я тут не проеду. Не проеду. Опа.
где метка дальше. А, так мы выползли, все. Так, и докуда мы сможем на ней доехать? Где у нас бенз? Либо здесь, 25 литров, это много. Ну, до сюда куда-нибудь догрести, да, попробовать. Ну, пониженный немножко. Пониженный, повышенный, там, поэкономнее. Вот, а докуда хватит, там доедем. Да, цистерна, естественно, не хватит. Бля, не туда поехал, долбоёб, пропустил. Поворот пропустил. Походу тут и останемся. Слушай, у меня такое ощущение, знаете, есть, когда бензин кончается, она перестает ехать вообще. Когда бензин заканчивается, она ехать перестает. Ну ладно, мы подвезем ей топливо потом. Нормально. Так, садимся на Азов. Где наша лошадка рабочая? Во-первых, я хочу его починить. Немножечко мы его потрепали здесь. И сейчас повезем. Да ничего, мы главное сделали квест. Нам... А там будем ехать мимо, подвезем ему бенз. Еще там литров 50 ему скинем, чтобы он добрался до цистерны. Нормально все будет. Единственный неприятный момент будет, если мы сейчас на Азове где-то кувыркнем. Нам вытаскивать нечем будет. Придется что-то изгаляться. Придумывать. Так, а здесь нам надо забрать контейнер и тащить на себе контейнер. Да, такая вот история. На выдуху. Все так просто. Сейчас будет весело. Контейнер дедовский, да. Вдруг не пустой, ну. Проверять мы не можем, он опломбированный. Он опломбирован.
как-то вот так вот поедем. Дед, если ты там, постучи, два длинных, три коротких. Только чавканье какое-то раздается. Только чавканье какое-то раздается. Не отзывает. Пусти стрелой придавить. А, пусть болтает. Вы понимаете, да это ну просто ёбаный пиздец, блядь. Чё, пацаны, Ситх или Лилдит, чё, покупали новую карту Канаду, нет? Чё, играли? Нахуя? Не знаю, спрашиваю просто. У тебя есть третий пас? Чё, ты не играл ещё? Пока не играл, у меня еще не пройден. Так у меня вот тоже, я думаю, ломиться и не стоит. У меня не пройдено вон еще куча всего. Тоже думаю, не стоит ломиться. Пройду все, куплю себе тоже третий сезон пасс и буду кайфовать, да? А сработает же так, если я куплю третий сезон пасс, у меня все, что было в пассе, появится же, правильно? Или именно сезон пасс покупается в начале года и появится, да? Ну тогда в чем проблема-то вообще? Работает, ну хорошо. Ну короче, ты как покатаешься, скажешь, понравилось тебе или нет. Я вот тоже думаю, нет смысла ломиться с голой жопой, да? Да хуя и так контента, вон игра, я не хочу. Море целое. Сегодня, кстати, доты нету, можно подольше постримить. Мажоры сегодня нет, сегодня выходной, там групповой этап закончился, завтра плей-офф начинаем.
стента нежеванного еще моря. Там просто это пожарным будешь работать на новой карте. Мне вот интересно, там добавят мне какую-то новую механику. Ну, может, пожаротушение или еще что-то. Вот Вася говорит, нихера, там также водишь просто и все. И, типа новых механик нету. Вряд ли. Ну, вот я имею в виду, понял, да, про какую механику, типа готовки не грузим. Вот типа механика, как вот вот это вот геоданные, разведка, понял? Снап, как всегда, ну, скорее всего, да. Блин, было прикольно, если бы они вот механики какие-то добавили, блядь. Вот как георазведка, еще что-то. Что за бытовки, я не понял. Это что, еще хуже, хуже деревьев, хотите сказать, да? Не, ну я знаю, что такое бытовка. У нас вот из таких контейнеров даже бытовки делают. Ну это стройка, когда идет, такие контейнеры, бытовки ставят, да? Грузить только спецпогрузчиком. Таким этим морским контейнером захватом, как бы, или как. Видишь? А они на какой карте бытовки? Пока тут не видишь. И пусть, как видишь. На Юконе? Нет, Аймыр меня реально пропирает, прям реально кайф. Я не знаю, очень круто, мне очень нравится. Самое красивое. Ну, в сравнении вот где я был, с Мичиганом и Аляской, да, прям кайф.
Чисто на березу забычил, блин. Здорово, Люк. Сделал себе 32 гигабайта оперативу, правда, пока не понял, хорошо или плохо. Ну, Любас, ну, вместо 16, что ли? Так она тебе быстрее загрузку не даст, Люк. Ну, Грац в любом случае, красавчик, чё, раз тебе. Значит, сегодня трезвого Таркова не будет, да? Будет трезвый Тарков? Да ладно. А как же обыть? Здорово. В новом сезоне игроки будут восстанавливать регион после... Понял. Давайте, понял. Просто я увидел там пожарные машины на скриншоте, подумал, может быть, да.
Хотя порядка 2-4 гигабайт Chrome съедает, оперативы. Но Chrome любит такое, да, покушать. Это правда. Не, ну, блин, на самом деле, мне кажется, сейчас, если ты, ну, играешь там в компьютерные игры, и у тебя два моника там, ну, или там браузер используешь параллельно, надо обязательно 32. Мне кажется, 16 уже, ну, не актуально. Оперативно. Ну, если ты продвинутый чел, да, а не мусорка какая-нибудь. Я обратил внимание, что 15,5 гигабайт у меня занято при включенном Dark Wave Chrome. Ну и все, значит, потолок уперся. Слушай, ну ты так компьютер свой догрейдишь и в корабли начнешь играть, Илюх. В топовую игру всех времен и народов. Да, у него нормальная работа, по тольяттинским меркам он нормально получает, выше среднего зарплаты. Это ваш стример, блядь, последний хуй без соли доедает, это правда. А если пить бросит, вообще, бля, миллионером станет. Подождите, мне же разгрузиться здесь надо, да? Мне тут надо разгрузиться, подождите. Погрузка. Где у вас разгрузка здесь? Помогай, блядь! Ну ёпта мать, помогай, алё! Во. Вот, разгрузку сделал. Окей, теперь нам нужна здесь загрузка. Нагрузим мы здесь. Металл балки, запасные части. Здесь мы две запасные части грузим. Так, а если я проверну тот же фокус сейчас? Гений. Мне нужны просто запасные части, ни для каких ни машин, да? Здорово, напамы, здорово. Илья, бросай пить, а я помогаю. Хуи, походу, нажористые, вебка уже на пределе. Просто я поближе ее поставил. А че, ты завтра пить бросишь? Не, БТР еще нет. Пока на первой карте вот возимся, чтобы открыть проходы на вторую, ну, на вторую локацию. Пока что так.
тренажеристые были. Бля, вот что хотят, то и пиздят. Вообще, кто стримит. Пиздец, блядь. Вообще за языком для меня. Хуи, говорит, нажористые. Мажористые, блядь, были бы. Так. На ферму надо скинуть бочку одну. А на складе загрузимся металл-балкой. А у нас места нету, наверное, да? Так, бочку скинем. У нас одно место, а металл-балка два занимает. Ну, сверху. Сверху положим. Видел, как Сиёга сгорел на днях вчера? Офнул, да, когда? Видел. У тебя племяшка соцпсихологическое тестирование проходила. Я ебу, что ли? Только не пугай нас черным экраном. Будете сидеть в черный экран смотреть, бля. Вот вырублю стрим. Как можно такую мочу сморозить просто? Так, что будем делать? Я предлагаю... Что я предлагаю? Надо сюда ехать. Надо цеплять, короче, тайгу. Тащить ее до заправки. И ехать самому на складе грузиться и на ферме скидывать бочку и пиздовать на радиовышку. Тут АЗС-ка есть, но пока еще есть бенз. Так что что, выпиздячиваемся отсюда? Я вот думаю скинуть здесь прицеп, сгонять за тайгой. А у меня у самого бенза-то, наверное, там хер... Не, у меня еще бенза до хуя. Либо просто доехать до тайги, кинуть ей полтинник на счет. Чтобы тайга сама доехала до... Бля, полтинник на счет мы можем и тузиком забросить, да? Давайте тогда не спешить, я сейчас сяду на туза. А я заглушил азов. Сяду на туза, доеду, кину в тайгу бенза. На тузе, я думаю, мы вообще можем через лес ебаквакнуть, да? А кто нам что скажет? Мы же тузы, блять, козырные, нахуй. Ебанем ему немного бенза. А сколько у меня в этом? 40, на баян 40 мало будет, наверное, ему, чтобы он доехал. Тайга — это кличка собаки. Тайга — это игрок в Dota 2, знаешь, Тайга? В OG играет. Че, не дотер, что ли? Я думал, ты дотер напал.
бота там убиваю. А в кораблях не убиваю? На арте играешь? Арта царица полей. Самый сложный класс техники. Бля, вот это говно, конечно, пиздец. Сорок литров. Хватит, не хватит. Я больше не могу заправляться. Мне нужно доехать до заправки. Я не знаю, хватит мне бензина, нет? Но хотя бы до этого перекрестка надо доехать. Вообще не хватит, уже 7 литров скавал. А тут ебать говно. Вообще даже близко не хватит. Уже десятку сожрал, нихуя не проехал. Придется на Азове сюда еще заскакивать. А что это за агрегат на ней установлен? Сейсмостоп. Сейсмическое. Сейсмическое. Геоданные разведывали. Так точно, Антон, так точно. Не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Let's come together right now. Спасибо, бизнес большое, спасибо.
имени вымысел мой, боец за свободу последней войной. Я тот герой зацелован, богом, что выжил один из полка. В белых халатах, в желтых палатах, модели меня по кускам. Бедные спирши снились моим ногам. Медные спицы съели своим рукам. Моя душа полком, своим полком, своим полком. Моя душа полком, своим полком, своим. Бендюка кончается, бендюка. Случилось в бою как-то раз, через мгновение огня мой каркас. Ангел-хранитель сердцу так потрясло, меня обломало. В белых халатах, в желтых палатах, вот они меня подпускало. Так, но мы даже куда-то почти добрались. Так, Азов, товарищ Азов. Надо обе машины в СССР довезти. Самолет до Старкова. Моим болтом. Так, а чё, я не понял, Люси 7Б не нравится, что ли? Люк, я не понял, Люк, блядь. Ну-ка, извини сейчас. Спасибо. Может, извинишься быстренько, пока не поздно? Моя морда не нравится, тоже извиняться? Да нет, за это ты просто поебалу получишь, в следующий раз можешь не извиняться. Но мне, кстати, тоже не очень нравится, когда вот концертки ставят. Звук, конечно, сильно страдает из-за этого. Лучше студийную запись ставить. Но ты все равно извинись. Че, Илюх, мы на руки вверх-то пойдем, нет? Сколько раз ты был на концерте Металлики, Илюх?
понял. Не, ну тут понятно. В майках Симбэ на концерт «Руки вверх». В майках Инстасамки пойдем на концерт «Руки вверх». Я договорюсь еще с Серегой, сфоткаем. Петь со сцены? На «Руки вверх» не пойдешь, есть причина. Потому что виртуальная женщина идет туда. Не хочешь с ней пересечься? Ну 82 литра-то хватит тебе, бля, прожоры ебаные, блядь. Доехали, блядь. Как бы сказал. Как сказал бы Руслик, если бы пришел в себя, то так точно. А, если бы Руслик пришел в себя. Так а чё, мы там все равно не пересечемся с ними? Чем она тебе мешает? Билеты куплю. Ну я знаю, что она билеты купила, я знаю. Я себя знаю, пересечемся. Не надо мне ничего кидать. Да я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Я понижайку включал, да. Все равно жрет. Смысл тогда? Ну что, пересеклись, блядь, друг другу привет сказали и разошлись, что? Или ты зачем вообще на концерт хочешь, скажи мне? Я побухать и поплясать. Чем тебе твоя воображаемая мешает, я не понимаю. Спасибо, Винс. Добрый, добрый рот его. Нежной, нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто. Прощай, прощай, родной, бесстыжий жизнь. Била, била, да. Спалила Гагарин, я вас любила, о-ла-ла-ла. Гагарин, я вас любила, о-ла-ла-ла. Гагарин, я вас любила, о-ла-ла-ла. Гагарин, да, это другой. Не включи, а выключи. Таги понижайку, выключи, жрать меньше будет. Просто на автомате она меньше жрет? Поверю.
Помогай, блядь! Ну ёб твою мать, помогай, алло! Здорово, War Dragon. Чё, ты в Москве уже? Переправили тебя? Нихуя не понимаю, где чё застряло, блядь? Ой, блядь, в пизду, блядь. А, так вытащил, да, блядь? Лежащий политмейстер, очень похоже на правду. Охуенная механика, блядь. 10 из 10. Все норм, скоро домой поеду, заебался я тут, но врачи те еще эскулапы. Так что тебе руку-то на месте оставили, сохранили руку-то? Что, ебашить с двух рук-то сможешь, нет? Да, нормуль, правда, выбыл на 3 месяца примерно, буду залечивать и бухать. Понятно. Ну давай, давай, лечись, рад, что обошлось нормально все. Самое главное, жив-здоров, все в порядке. Давай, восстанавливайся. Нахуй такие приключения, блядь. Ну чё, ты на третий заход-то пойдёшь? Я, конечно, стесняюсь такое спрашивать. Ещё 3 месяца полечиться надо. Пойдёшь? Я почему-то не сомневался. Я почему-то вообще не сомневался. Снаряд попал, 6 осколков в руку, если вкратце. И что такое лежит, непонятно.
Гори, я вас любила. Даня, лодки на постоянку завезли до 10 левела. Чего? Не понял вопроса, Наталья. Не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Ильюха как-то так все нашел очень пьяный суток. Ильюха как-то так все нашел очень пьяный суток. Я видел эту запись, да. Она кайфовая, реально. И звук кайф. Ну это он на каком-то шоу, да, выступал, такое типа американское шоу. А лодки, подводные лодки, да, на постоянку, да. MTV, да. Если это музыкальный канал MTV, неудивительно, что запись хорошего качества. Так и должно быть. Спасибо, Винс. MTV Unplugged — самый лучший концерт за всю историю шоу. Курт Кобейн — это топ-группа. Курт Кобейн. А Бэйн — это герой из Доты, знаете, да?
Ну, допустим, я доеду на ферму, скину один кусок, одно топливо. У меня все равно полностью не поместится. Я думаю, надо сначала на радиовышку сгонять. Причем, наверное, каким путем? Длинный путь? Короткий путь? Куртка Бэйна. Ни Нирвана, ни ноша. Конечно, долетит. Только у меня не пиздани там случайно. Тогда. А чё там, опять во всем бабы виноваты? Я просто не знаю, почему Кобейн там сиганул там или чё он там. Опять все беды из-за баб? Или наркота сгубила. Слухи никто, правда, не знает. Корабли? Не, корабли вчера были. Первый ранг добили, больше там делать нечего в кораблях. Корабли, наверное, будут, не знаю, в пятницу, наверное. Сейчас там нечего в игре делать абсолютно. Просто, блядь, 7-й год подряд рандом долбить, я смысла не вижу. Но за деньги, да. Кортни Лав его сгубила? Шлюха.
А чё, Гуф жив, что ли? Я читал в новостях, он умер. Во всех СМИ об этом трубили. С пруфами, естественно. Да, по-моему, по телевизору больше лжи, чем в интернете. Илюха? Конечно, 16 гигабайт оперативки перетараканил. Конечно, не выспался с утра. Даже мне хочется не выспаться за его 16 гигабайт. Сходить и не выспаться. Из К и Б. Илю, где оперативку покупал? В красно-белом? Счет фирмы купил, понял. Ладно, мы никому не скажем. Наебал фирму на 2000, понятно, блин. Еще и премию, небось, просят, там повышение. Приехали, блядь. Приехали, нахуй. Здрасте. Ебать мой хуй, здрасте, приехали. За деньги, да. Че так хуёво-то? Не, я трезвый. Так получилось просто. Ну, просто так получилось. С аперитивой. Ладно, поехали. Блять, да что же мне... Сегодня день-то какой, блять? Или это не во дне дело? Так, что ты говорил, понижайку вырубать надо? На автомате же она больше хавает, не? Идем работать, смысл жизни появится. Смысл жизни ходить на работу? Что-то, блядь... Мне такой смысл жизни не устраивает. Если смысл жизни ходить на работу, нахуй надо.
чего ты взял, что я душевно страдаю? Или ты не мне пишешь, я не пойму. Непонятно. Пришел 6, вчера 2 часа постримил и спать. А, в 6 вечера? А, ты имеешь в виду, чтобы я еще ходил по 8 часов на работу, еще вечером стримил и ложился спать? Вот это смысл жизни. Вот это да. Не, ну чисто с кайфом так жить-то, да. А чё сразу-то не сказал, что так можно было? Или ты говорил, я просто не слушал? Блять, не хватало еще на этой машине сейчас, блять, до заправки не доехать. Не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю, я не продажная шлюха. Первый советский Кобейн, гениальная девушка Летова, утопилась в озере. Первый советский Кобейн, гениальная девушка Летова, утопилась в озере. Янка. А мы пойдем с тобою погуляем по трамвайным рельсам. Посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода. Пусть угодной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся к лету. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю, чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят, ты молчишь, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливо. Наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Я вообще не слышал про такое, мадам. Прикольно. Бля, я заебался нахуй в этом говне меситься уже.
Че ты, бля, ебаную лужу проехать не можешь, что ли, бля? И зацепиться не за кого, и бензина нет нихуя, бля. А, я в стол попёрся. Спасибо, что помог, Илюк, блин. Спасибо большое, блин. Вон, ну чё, оказывается. Ты внимательный зритель, мне оказывается. А еще знаешь, мне там это, слышишь, машина там перевернулась с грузом. Прикинь. А знаешь, чем перевернулась? На бок завалилась и все, и вот. Я в грязь. Понял. Да он перевернул, блин. Кувыркнул он все на свете, блин. Сейчас опять там все это переворачивать, блин. Спасибо, Винсент, вообще не слышал про такую мадам. Спасибо, что познакомил. От девушки прям веет гениальностью, это правда. Слушайте, а чё, мне уже эти геоданные не нужны будут здесь или нужны? Может быть, съездить в гараж, перекинуться, что-то полезное взять? Доставить к РЛС. А, ну это я и делаю сейчас. У меня уже загружено. Ладно, тут ехать недалеко. Перекинуться успеем, поехали. Потери тыкв не отошли. У них социальный шок, да, от такого рабочего на таймере. Нахуй надо, жили, блядь, спокойно, тысячу тыкву выращивали, самогон делали. Приехал, блядь, спаситель народа, нам. Все тыквы потоптал, блядь. Да я, это была самооборона, на меня тыквы напали просто. Был Хэллоуин, и тыквы на меня напали.
Ну в чё ты опять тут врезался, блять, а? Ну что ж такое-то, блядь? Ну что ты, в деревце, блядь, врезался, да? Проехать не мог. Да говорю, был Хэллоуин, я еду такой спокойно по полю, а они как давай, как бросились на меня. Он говорит, выходи из машины. Спасибо, Винс. Не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Даня, давай Юрия Ульяновича легкую такую для разгрузки. Давай, я только за, давай. А то у меня тут напряг такой, конечно. Спасибо. Куски моей жизни в плену перспектив. А у него бывают легкие, да? В айфоне свой старый архив. Травматику счастья, где язы тепла, где память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края. Чем банальнее аккорды, тем теплее моря. Все готово ко всему. Не пойму, я прицеп зацепил, что ли, блин? К одному тает время, а за ним ты беспечный белый дым. Где вы новые песни, любовь голодна, на красивых концертах зевает она. Большая, большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать никому. Не сожрет ее плесень, не засыпят пески, не склюет ее печень, не задушат носки. Где вы новые песни, ваш спасительный грех? Нам осталось немного, но она есть у всех. Жизнь художественный свист, пляшет пьяный. Как ты его нашел, так я его и сделал, этот перевертыш. Когда сам делаешь, перевертыш, то сам должен это исправлять. Спасибо, Винс. Ну, легкая она может быть только по мелодии, да? А так-то у господина этого мало легких песен таких. Вержи надо будет тащить. Сейчас надо выровнять прицеп. Что-то почему мы так его хуй выровняем? Зацепился, подцепись.
не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю, я не продажная шлюха. Спасибо, Винс. Хотелось бы посвятить композицию Хардычу. Хардычу? Текилы джаз, зимнее солнце. Не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю, я не продажная шлюха. А кто там под ссылкой ютубовской за 60 рублей скрывается? Кто донатить не умеет? Кого научить? Я слышал, песня, кстати, прикольная. Агенты лета, все наглее. Им нужно море, море, море свежих новостей. Из Ленинграда. Из Ленинграда. Один ответ на это есть. Когда-то, может, будет здесь Олимпиада. Да-да-да. Кто отделит землю и солнце в небе, как на флаге японцев желтые лучи дымом от мечи. Солнце дышит, падает с крыши. Вот скрипят за городом лыжи, ближе у реки быстрые коньки. Оденет зимнее солнце. В трамвае зябнет пассажир. Уже не тает сливочный пломбир. В руках у Кати. В руках у Кати. Темно на верхних этажах. Велосипеды дремлют в гаражах. На них печати. Солнце в небе, как на флаге японцев, желтые лучи дымом от печи. Солнце дышит, падая с крыши. Вот скрипят за городом лыжи, ближе у реки быстрые коньки. Но кто оденет зимнее солнце? Кстати, можем пока топливо не брать с собой. Можем топливо пока не брать с собой. Кто оденет зимнее солнце? Это я слышал, спасибо, Вин. Хорошая песня. А почему именно Хардычу? Он типа южнее тебя живет, а ты завидуешь ему еще? Или типа у вас в Питере погода солнечная, аномальная, поэтому... Даня, ты не поверишь, в Питере в 2000 году должна была быть Олимпиада. А почему я не поверю? Когда в глаза свет. А почему я? Верно, оба любят текилу. Хардыч на севере, живет ты на юге. Так у тебя теплее, значит. Все,
выбил ковал. По нулям кислородный бензин. И с кем-то... Ладно, потихоньку, ребят, потихоньку, без выебонов. Как вы любите, вот без этих форсажей, блять, углов, заносов. Без риска, так сказать. Работаем, работаем. Ну нет, ну нет! Блять, свалился нахуй! Да в смысле, как ты свалился? Вместе с верностью рвется к концу лишь ночной чернозем. Чернозем. И в небе звезда. Блять, может вернуться потом за этой хуйней? Блять, можно, знаете, как можно выровняться попробовать? Да здесь нахуй не выравнивается, нахуй направо закидывает. Блять, ну и ебля, конечно, тут. Я ебал, блять. А.
Блин, лопату верни называется. Бля, неужели мы это сделаем? Не надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Спасибо, Винс. Фух, проперделся, блядь. Дальше сканировать надо. Карьер показывает. Ехать, сканировать в карьере. И во враг ехать. Жением жизнь полна, играет в баре джаз. Суровые мужчины в ужере пожале. Вращается луна. Ночь, ночь. В карьере, да? Грязные делишки мы сейчас доделаем. Сколько защищенных контейнеров? 4 на ЖД-станцию, это вот с этой, да? Заброшенного склада. И 2 на завод. А сколько он мест занимает, один контейнер? Градусы северной дороги. В карьере. В 3000 году мир пилигрим листает ночь, как то, где мы летим. Завод две доски с лесопилки привезти. И что нас завтра встретит? Потом бетонную плиту.
лошадка на ферму. Поет аэрофтор. Где у нас бетонные плиты? Твоя земля в неоновом рассвете. Твоя земля в неоновом рассвете. Твоя земля в неоновом рассвете. Ночь сверкала в ваших черных глазах. Ночь сверкала в пальцы крашеных губ. Ваши милые тайны рассыпались в прах. Они за окном так страшен и труп. Ночь сверкала. Надо мне ничего кидать. Я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Кто не умеет донатить, я не пойму. Спасибо большое. Кто подписывается ссылкой из Ютуба? Причем, главное, еще и песню ставит. Спасибо большое. Кого научить донатить? Так, как там грязная работа называлась? Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, и звезды лета светят. Может, сам Ютуб донатит? Может. Даже днем я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчало. Спасибо, anyway. Песня обалденная. Ты, Илюх, что ли? Не хочешь, чтобы Оля палила или что? Что ты мне донатишь? Шучу. Песня охуенная. Или я тебя спалил? Я тебя спалил, что ли, Илюх? Извини, Оль, это не он, если ты вдруг смотришь. Это не он, мы нашли. Это не он. Так чё, Илюх, я иду в магазин Мафтарков или как? Какой план-то? Она на треньке? А, понял. Ну, воображаемая девушка на воображаемой треньке, все правильно. Блин, кстати, завтра уже что, весна начинается? Мне поздно идти? Ну, короче, я тебя уже это, да, живым не застану, да? Подождите, сегодня какое? Сегодня 28? А, сегодня 27, послезавтра. Послезавтра весна будет, да? Так и до лета доживем. А там катер. Права надо получить. На леса, на луга, на цветы я так хочу. Чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчало. За мною вслед. За мною вслед. Я так хочу, чтобы маленькие взрослые. Идюху нет. Пока стоит на Авито.
такой катер торпедный. Да нет, просто права на катер пока хочу получить, чтобы летом лодочкой крутить. Говорил для прав. Че я говорил для прав? Видюху продать для прав? Ну как раз там так нами получится, видюху продам и... И как раз денежка на права будет. А так в лодке не поиграть. Так можно поиграть только в неинтересные лодки. А в интересные лодки придется, приходится права получить. Ну или к счастью. А так только, извините, вот. То, что имеем, играем. Слушайте, а если я приду на экзамен по сдаче прав... Ну, на катер. И покажу им свой аккаунт корабельный. Может, мне автоматом экстерном права выдадут? Как думаете? Скажут, что нихуя себе 62%. Ну, это на права едет. План возьмешь? Не, блядь. Не возьму. Мне их вообще не дадут? Не дадут. Скажите, ебанутый, им не даем права, что ли? А, ты 7 лет в кораблях? Нет, ты ебанько, иди нахуй отсюда. Так что? На Клиберису не калка играешь? Нет, ну и пошел нахуй. DC-20 касали. Чтобы лето не кончалось. Кушать уже охота. Опа, а тут что за подстава, бля, бревнышко какое-то лежит. Я поеду? Проеду по нему? Не, алё. Не надо мне ничего кидать. Привет, не, я ж тебе русским языком объясняю. Я не продажная шлюха. Не, Алёшко, привет. Владимир Мигуля. Нет! Поперечного. Бля, это трава пизда, ребят, я отсюда уже его не вытащу. Исполняет нахуй, ансамбль «Земляне». Бля, это подставные места, конечно, такие. Какого хуя? Одно бревно положили, второе нет. Вы чё, на мопедах здесь, блядь, ездите, ебанаты, я не пойму, или чё? Где второе бревно-то? Спасибо, Илья. Земля в иллюминаторе. Не, ну серьезно. Иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Одно положили, второе забыли. Она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не рокот космодрома. Затыкал. Не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор.
оправдан риск и мужество. Космическая музыка плывает в деловой наш разговор. Да мне кажется, я Азов не смогу с той позиции вывернуть. Вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Бля, может сюда его попробовать выдернуть? Зеленая, зеленая. Для начала. Рецепт подцепил давно. Долбоёб, ты меня называла. Бля, ну я тузом не переверну здесь нихуя, да? У меня еще и бенза там мало. Ёбаный бобаный, блять. Вот это нахуй красиво заложил, блять, обе. Причем хотел, блять, подтащить сюда чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед. И все, и поставить ее нормально. Подтащил, блять. Бля, ну я тузом не переверну, пацаны, мне кажется. Это пиздец. Конечно, могу попробовать. Может, Апачи пригнать? Но Апачи еще хуже, чем... Не, Апачи, наверное, получше, чем туз. Апачиком, наверное, смогу перевернуть, да, пацаны? Че думаете, Апачиком смогу? А пачек так-то он довольно сильный. Дерево есть. Ну ладно, сейчас попробуем доехать, посмотрим. У пачки все-таки три оси. Может быть, и дернем этого. Продвигаться атомиком начал. Ты купил, что ли, его, Саулис?
Вот видите, проблема Apache, любая ветка и застреляет. Извращенное удовольствие, как ранку ковырять. Вроде и нельзя, а не остановиться. Хорошее сравнение. Плюс еще 400 игр, в том числе и SnowRunner. Хуя у вас там скидки. Это у кого это так? Это у какого друга ты так аккаунт взял? Удачная за 100 рублей. Не буду уточняющих, так сказать. Дед хотел есть. Мне? Да не, не надо, спасибо. У меня все для души и тела есть. Все, что надо. Xbox Pass. Чё ты есть? Я есть Пикудзе, вот это вот. Я есть Пикудзе. У меня есть рот, я туда есть. Грунт. Как он пьет, уже пора и задумываться. А, ты ж по будням не пьешь, извини. Забыл. Лишь по будням на ЗОЖе. Просто не высыпается. Просто не высыпается. Не высыпается по будням. Какой-то маршрут я выбрал, если честно, долбоёбский. Ну, похуй.
Так, интересно, я тут вообще проеду, блядь. С помощью деревьев, наверное, проедем, да? Единственное, что лягушки, конечно, не квакают. Скучаю я по ним сильно. Ты бы не поехал? Другой дороги нет. А там ждут ребята на боку лежат. Там главное сейчас надо будет найти какое-нибудь дерево, чтобы зацепиться. Так, посмотреть, что тут надо для этого квеста заскочить. А это ворон у нас, что ли, или кто это? Это ворон, похоже, да? Здорово, бабай. Сэм везу. Сэм пацанам везу, конечно, что же еще. Доставить ее в гараж. Потренируемся пока что. Тут, наверное, не справимся. На этой глине. Все еще? Да я не играл больше. Я вот только сейчас квесты доделал, чтобы проходы в локацию во вторую открылись. Поэтому пока без беттера. Я же с того стрима больше, как на таймер заехал, больше не играл с Норай. А сейчас две тачки на бок положил, короче, видишь? Ну не видишь, сейчас увидишь. В общем, у меня тут полное веселье. И, короче, сейчас буду пробовать апатчиком переворачивать грузовики. Короче, долбоеб в 20-й степени. Перевернул Азов и тайгу, короче. Умудрился. Спьянутый хуй погнуть можно. С дури. Или как там говорится? Не помню, поговор. Проблема в том, что я не пьян, да. Да и в поговорке не спи, не спьян, там, по-моему, с дури или что-то такое. А вот чего-чего этого не занимать. А этого добра, как говорится, с кем поведешься. С кем и наберешься.
Короче, Люфтарк сегодня не идем, я правильно понял? Надо сходить. Я там первую эту гончик заслал, диких. Надо посмотреть, что принесут. Надеюсь, когда-нибудь военный аккумулятор мне для квеста притащат. Мне в том вайпе притаскивали военный аккумулятор. Вот они, братцы-кролики, лежат красиво как, а. Так, надо дерево, чтобы зацепиться. Иначе мы так не перевернем ни херашеньки. Вот вроде какое-то дерево есть тут, да? Попробуем. Красиво лежат, ой, красиво, бля, тут красиво как-то так, наверное, да? И главное, чтобы лебедка еще дотянулась. Так, ну есть контакт. Ставим пониженную и начинаем подтаскивать. Силы лебедки, наверное, не хватает, да? Упор у меня хороший, надежный, а вот силы лебедки не хватает нихуя. Давай, родной. Че, без матрос, без полезняк, да? Матрос без полезняк, блядь. Вообще не хочет никак. Азов я точно не переверну, да? Кувыркни через голову. Кого, тебя что ли? Кого я должен через голову кувыркнуть? Бля, походу пизда какой-то, надо будет либо резетать, либо еще грузовик какой-то сюда покупать. Знаю, может здесь повезет как-то. Может, каким-то магическим образом я смогу его кувыркнуть.
сзади нет никакого дерева. Далеко, да? Да они уже на это все 20 раз смотрели, что тут комментировать. Долбоеб на стримере на рога, бля, все машины поставил, бля, что тут комментировать. Че, нет, не видели ни разу. Сейчас начнется вот это, артист исполняет, да? Ты имеешь в виду через эту сторону кувыркнуть машину, через крышу? Слушай, может быть, сработает, кстати говоря. Может и получится, кто знает. Сейчас за дерево, да, надо только зацепиться. Бля, там просто обрыв дальше, может пиздануться. Видишь? И все, я не достаю. Лебедка не достает. Не, ну идея не тупая на самом деле. Если я, может быть, зацеплюсь за это дерево, может, она и кувыркнется через рога. Я даже не ожидал, Илюх, что ты так вот сможешь такую умную вещь предложить. О, альтернативный гений. Погоди, погоди. Может, что и получится. Сейчас мы ее подтащим поближе. Инженером-придумщиком работаешь, так понимаете? Чё придумал? Слушай, а можешь в канаву ее скинуть? Чёртовой матери. Я зацепил или нет? Не понял. Слушай, ну я ее хотя бы развернул. Слушай, подожди, я ее развернул, и может я ее смогу в канаву стащить. Подожди, может я сейчас смогу в канаву сюда хуйнуть. Она свалится и может на колеса встанет. Это, бля, ебать мой лысый хуй, охуеть-то. Ну видели, блять, как с обрыва вот это вот было сделано, бля, просто с обрыва завис, блять, и вытянул.
Еба, вот это на скеле. Слушайте, ну, водительский опыт и инженерская мысль господина Пикудза нас всегда выручала в самые сложные моменты нашей жизни. Поэтому наш дуэт способен на многое. Да. Ау. Несостоявшийся инженер Илья Бояркин. Опа, ну вы, ну просто чудо. Чё, никто не пишет? Да не знаю, Илюх. Пацаны, чё никто не пишет? Илюхе скучно. Он напился, а никто не пишет. Ой, то есть, в смысле, ему скучно в чате просто. Ладно, мужички, наверное, на этой прекрасной ноте я на сегодня закончу. Ух, натрахался я сегодня вдоволь. Тебя по-хорошему надо прицеп вытащить, да? С грузом. Слушай, Илюх, может мы вдвоем тут? Может больше нет никого? Как думаешь? Блять, даже бочки не вылетели с него, вы прикиньте. Слушай, Илюх, нас бойкотируют, мне кажется. Мне кажется, нас бойкотируют. Чё думаешь, Илюх? Че, вы тоже сообщений не видите, да? Твич, на Твиче чат упал, никто ничего не пишет, не видно сообщений. Интересно, он груз упаковал. А чё? Этого... Чё? Так, ладно, куда... куда мы тут хотели? Нам на ферму надо довезти, да? Давайте довезем и на сегодня тогда хорош. Я не знаю, здесь проехать можно? Нет, сейчас попробуем. Ух, пиздец, я сегодня натрахался, блядь, с этим... С Нофрунером, блядь. Поехали, ладно. Сейчас, сейчас самая аккуратность буду. Я ебал. Ладно, ребят, бочку довезу. Завтра еще SnowRunner, скорее всего, будет. Завтра попробуем первую локацию закрыть, все машины повытаскивать. И уже будем потихоньку, на, ну, стараться на вторую локу переходить, скаутить потихоньку. Тузиком поедем скаутить все. Улучшения собирать.
Да, таймер дает просраться. Авто на месте будут? Да, авто на месте будут, они никуда не деваются. И главное заглушить, чтобы бенз не хавался, и все. Они на месте будут стоять, пока ты на них не пересядешь и не поедешь. Прикольно в копе, что, допустим, мы с тобой в коп будем играть, ты можешь на мою тачку сесть и ездить на ней. Вроде это так работает. Да, я заглушил обе машины. Ну, ясно, что не будем, у тебя оперативки не хватит, или, ну, что-то, в общем, у тебя все время не хватает. Я не про компьютерную оперативку, которую ты сегодня расширил. Это Планет, ты молодец, большой. Ебать, это что, асфальт? Я не верю своим глазам. Это асфальтированная дорога? Что? Бля, на заправку что ли заехать? Так впадается. Давай, Люк, давай, ага. Да я, наверное, сейчас это уже бочку довезу и на сегодня офф. Если что, в Дискорде буду, скорее всего. Контролируйте, может, не. Что ты скажешь на это? Отлично. Так, ну что, господа красивые, прекрасные. На сегодня, наверное, хватит. Неплохо я покатался, конечно. О, а тут еще ЦСР. А что в ней 9% всего? Кто высосал, признавайтесь. Поехать фермерский заплыв сделать. Утонувшие кирпичи. Вот, вижу, кирпичи валяются. По ухабам на тракторе, наверное, надо будет ездить. Так, ладно, ну тут прям куча машин вон всякие повытаскивать надо. Работа еще тьма тьмущая здесь. Устали. Устали. Все, мужики, всем до завтра, ББ.